котики! Вы на канале Леди Луиза! И сегодня, конечно же, праздник Пасха! И что люди говорят на праздник Пасхи? Христос воскрес! Воистину воскрес! Конечно же, эти слова употребляются именно в этот праздник. И сегодня же, конечно, на пасхальную тему к нам прибежал заяц пасхальный, конечно же. И принес нам вот такой вот шарик Киндер. Кстати, на моем канале тоже вышло такое же видео, но только с другим сюрпризом. Да-да. И сегодня мы будем снимать распаковку вот этого шарика. Смотрите, здесь суперкрошка. Пузырек. Да, по имени Пузырек. Она такая милаха, у нее даже глазки как два пузырька. Да, и поэтому ее так и назвали. Назвали. Ну, мы сегодня будем распаковывать именно это шоколадное яйцо. Так, смотрите, если шарик будет, упаковочный шарик будет вот такого цвета, значит, это не коллекционная игрушка. А если другого какого-нибудь цвета, то, значит, коллекционная. Давайте сейчас откроем его. Так, аккуратно мы будем это делать. Я не хочу повреждать эту фольгу. У меня и она не повредилась. Пластическая фольга называется. Да. О, кстати, эти киндеры весят 20 грамм. Угу. Если что, эти киндеры, ну, качественные, если честно. В прошлом видео от приветик, от канала Приветик от канала Приветик Винегретик нам попался вот такой вот сюрприз с кассетой. Такой, за которую тянуть надо. Так, а сейчас мы откроем вот этот сюрпризик. Так, открываем осторожно. Как же интересно, что же попадется Луизе? А как вы думаете, коллекционная ли игрушка или нет? Кстати, вы уже отпраздновали праздник Пасхи? Вы посвятили Пасхе? Пишите мне в комментариях, мне будет очень приятно. Да, очень приятно меня купить по лицу, да? Ты тоже распаковываешь? Ну, распаковываю. Извиняюсь за такой смех. А я тебе сейчас резинкой моей. Не надо, Ксюша. Ладно, что делать. И мы уже распаковали половинку. Смотрите, какая она милаха. Я ее коллекцию себе положу такую. Так, он уже немного помялся от того, что жара на улице, конечно, весна, на улице жара. Весна, по городу опять весна. Да, ребят, и если честно, это немного яйцо подтаяло, когда мы его покупали. Ничего страшного. Молодец. И у нас уже немного даже раскрылось яйцо. И давай О, смотрите, как я вылезла. У нас... Коллекционная. Коллекционная? Да. Да? Да, интересно, кто же попадется. А, кстати, мне попалась цветик. Какая же она все-таки милашка. А что это? Кто-то понимает, что это? Пишите мне в комментариях. А ну, смотрите, здесь даже есть наклейки с ней и шли. Посмотрите, вот такие. Так, давайте же посмотрим. Ага, ну тут я браслетика не вижу никакого. Ага. Это что, брак? Кстати, здесь очень много игрушек. Ну, как сказать, много. Всего. Наверное, 9 штучек. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А, нет, 8 героинь. Ну и героев, короче. Да. Кстати, это очень прикольные игрушки, но мне бы на жаль попался не коллекционный. Хотя игрушка я очень довольна, она такая забавная. Ага. Такая. С ней можно играть, то очень весело. Ага, и правду. А тут никакой детали не выпадало? Да нет, ничего не повыпадало. Кстати, а интересно, у вас одинаковый шоколад? Да, одинаковый.
Конечно, одинаковые. А что, я подумала, что что-то другое. Ага, у меня вот такая вот попалась. Жаль, что не такая, но все равно сюрпризик очень милый. Смотрите, как она стоит. Такая цветик. Вообще, я розовый, ну, так себе я воспринимаю. А ты кого бы хотела бы? Я бы хотела бы себе бы... Я бы хотела себе, вот если уж цветик, то вот такой вот. Она мне нравится больше всех. Ну, а мне нравится очень, ну, мне даже не знаю, кого выбрать. Может, мне я бы хотела бы вот эту игрушку. Ну, как? Сейчас я вам покажу. Ну, вот эту рыжую. Рыжая. Собачка какая-то. Она не собачка, она злодей. Ну, мне она нравится, потому что она такая рыженькая, а у меня никаких рыжих подруг, и мне бы очень бы хотелось ее. Но она тоже рыженькая, но у меня с волнистыми волосами, у меня мало подруг. О, считай, все прямые у меня. Кстати, у моей подруги тоже волнистые, да, Тюша? У меня кучерявые. Ну, у нее кучерявые волосы, но... Но это считается как волнистые, да. Ну, да. Кстати, здесь что-то написано. Написано фасос какой-то. Фасос. Пафос. Ладно, какой-то фасос, я не знаю, что такое. Если кто-то знает перевод, пишите в комментариях, уж. Потому что... Мы не знаем ничего. Мы знаем английский, но немного мы подзабыли, конечно. Мы неделю уже не учим английский. Кстати, пишите нам в комментариях, у кого сейчас в школе каникулы. Да. И у тех, у кого нет каникул, не огорчайтесь, все равно вы еще успеете на летних каникулах побывать. Да, ну да, но послезавтра нам опять в школу. И поэтому у меня, если честно, редко будут видео выходить, да. Но может быть на выходных они будут все-таки, да, выходить. Это грязь. Смотрите, я уже наклеила вот наклеечки, вот так получилось. Она такая милаха. Да, но сейчас там я очень хочу тоже какую коллекционную игрушку. Ксюша. Но если честно, у меня тоже была коллекционная игрушка, только когда у меня не было канала. И мне попалась вот такая Моджо, обезьяна. Вот, Моджо, да? Да. А ну вот. Можно посмотреть? Вот. Ага, она такая смешная. Смешная. Кстати говоря, если ее долго поставить на солнце, у нее шляпа меняет цвет. А с какого на какой? Винегретик, скажи нам. Привет, винегретик, вообще-то. Да. Ну, она меняет цвет с такого белого, ну, немного мутного белого, и на фиолетовый. Ну, тоже какой-то. Это у него не белый, у него серебристый. Ну да, серебристый. Ну, я не знаю, как это правильно считать. Вот, я уже чуть-чуть переклеила. Так мне больше нравится. Так, смотрите, какие игрушки нам могут попасться. Стоп, их точно 9 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, точно. Их восемь. Так, смотрите, вот такая вот нам игрушка может попасться. Мне она больше нравится, чем вот эта, но вообще мне нравится она. Вот такая. Это приветик винегретик Ксюшеньке попалась. Это лошадка такая. Я бы тоже хотела. А кстати, вы обратили внимание, что это лошадки пасхальные ушки от кролика? Да. У какой лошадки? Ну вот, на конце. А, и правда, да. Вот, присмотритесь внимательно, видите, у меня ушки вот такие. Кстати, нам еще попалась инструкция. Вообще. Инструкция вот. А это инструкция это вообще? Это инструкция, инструкция, во, все правильно ударение поставила. Ура! На некоторых языках вообще считается, что на некоторых языках, если инструкция, то, значит, это некачественная. Но вот мне попалась качественная, в принципе, мне нравится. Вообще-то, даже наоборот. Может быть, наоборот, может быть, не наоборот. Если кто-то знает, то напишите в комментариях, пожалуйста. Да, потому что мы часто путаемся в этих киндер-сюрпризах.
И мы хотим вам посоветовать, я хочу вам посоветовать канал «Приветик Винегретик». На этом канале также участвую и я. Принимаю участие в видео, и, может быть, когда-нибудь мы сможем конкурс выпустить. Да, когда-нибудь, потому что сейчас у нас очень мало времени, и мы повторяем все темы. Да, вот стираю, я долбила это ДПА. Если кто-то... Ну, короче, уроки. Да. Ну, и вообще мы очень заняты, потому что... Понимаете? Потому что сестерская любовь ничего не изменит. Да. Кстати, если что, перед началом видео мы смеялись. Да, потому что... Потому что я когда смотрела в окно... Я, в общем, смотрела, знаете, как я такая Она не обратила внимания на стекло. Я хотела посмотреть в окно, как там бабушка со шланга. И вот такая... Ну, на этом все наше видео заканчивается на смешном. И напоминаю, подписывайтесь на канал «Приветик Винегретик», чтобы уточнить, какое видео нам попалось вот такая вот игрушечка. Вот такая. Да. Угу. У нас даже... А мне попалась вот такая игрушечка. Сердечко вот такое. Тут наклеечки. Короче, игрушка качественная. Я даю ей все 5 баллов. А у меня все 4. Я не знаю. Ну, может быть, 4. Но... На этом видео наше заканчивается. И я хочу вам пожелать провести этот пасхальный день очень хорошо. И желаю вам счастья и удачи в ваших успехах. Всем пока-пока! Хорошего дня!